Я зашел в нашу теплицу показать. Тут помидорчики зелененькие. Помаленечку поспевают. Открыто. Сегодня день такой. На Храмовом мы были. Рядом. Трудная команда. Рядом. Рядом. Тем более две же собаки. Я занимался в уголовном розыске, но чтобы две собаки у меня Рядом. Не было этого. Мы индивидуально занялись. О, видал как? Это мы поехали посмотреть, как батюшка косил на втором мостике. Проверку сделать. И на Рыжковском. Сергей говорит, взять собаку. Я говорю, для чего они? Если купать только? Да, купать. Ну, тогда бери. Лежи. Ну, да, я поглажу. Свои. Ну. Ой-ой-ой. Да какие они хорошие. Ну, подожди, не сердись, не сердись. Это ураганчик. Ураганчик мой. Ну, ой. Давайте. Работаем. Сергей, запоминайте его номер. Можете написать. А для Барнаула какой код? 3852. Сколько? 3852. Ага, впереди. Поехали мы сейчас. Нет. Я рядом сяду. Сегодня день у нас 15 августа. Ой. Опусти вот эту полностью стекло. Стекло опусти, чтобы не можно снимать. Вот так. О, чистая картина будет. Прямо выезжаем в деревню. Ну, сначала, наверное, на Рыжковске. Посмотреть, что там батюшка сделал. Я попросил Сергея, он сразу согласился. Для меня это очень важно знать, в каком состоянии теперь пруды. Бульдозер там нанимать, сдвигать. Дом Глушковых. Яблочки уже, видать. Вот трасса, которую делали, ездили. Сергей Павлович ведет машину, а там эти двое. И на мне поворачиваться надо. Вот так. Кто-то там. Вот это летняя кухня. А это у нас могут останавливаться гости здесь. Это был, уехал контейнера. С Украины малыш Роман, специалист по любой области. Очень хорошо мы с ним поработали здесь. Вот так. Это диакон. Живет Евгений. Вот. Едем. Тут батюшка. Вот мы как раз его труд пошли принимать. А там впереди идет, это дай-ка Володя Плотников. Серафима Гавриловна сын. Это храм у нас и школа. Вот с этой стороны окна школы, или вот склад Игоря. Это его техника комбайна. Это Володя. Спроси, куда. Мы на Рыжковске едем, скажи ему. Здравствуйте. Добрый день. Мы на Рыжковске поехали. А я пешком. Да. Ну, давай. Давай. В церковь не ходит и все. А так человек, батюшка говорит, на какое дело не попросишь что-то делать. Сейчас я там свиньям подам. Еще они так мирные, почему? Как собаки грызутся. Жизнь собачья. А? Жизнь собачья. Муравьиша, тихо там! О-о-о, запел! Не может. А тот лежит спокойно. Как куда?
Так, потихоньку выворачиваю влево по дорожке. Вот так. Вот эта деревня наша была. Тополя с тех пор. Ну, тополя. 20 лет. Да, 27. Ну, почти 50 лет назад тополя эти были уже. Урагаша, ну-ка тихо там. Вот, вот люди жили. Не знали Бога совсем. Просто у меня есть стихотворение такое. Такое их житие. Там интересно, вода поднялась, и березки засохли. А это поле, я не знаю, еще у него тут видно, ячмень растет. Игорь, влево. Вот он, влево пошло. О, показать. На Рыжковске мы приехали. Посмотреть. Проходу тут практически с трудом. Вот это Василий был с женой Александрой и сыном Тихоном. И мы ездили смотреть, он с удовольствием посмотрел. Хорошим мужчина. Так, езжай прямо, прямо, не останавливайся. Что там, дорога есть? Не, дорога, там дорога, хорошая дорога. Прям по этой вот, вот когда дорога идет, так и иди. Иди. Вот она как идет. Прямо по ней. А там развернешься и все. Нормально все. Одна трава только высокая. Ну, если кто-то в траву пакость какую-нибудь сделает, вот. Так, прямо туда, прямо. Сейчас влево повернешь, а потом назад вот так дашь и выведешь. Все, вот сюда развернись. А потом дай назад и вывернешь на дорогу. Тут не ям, ничего нет, это бульдозер ходил тут. Так, как открывать-то? Ага. Да. Тут у меня фотоаппарат. Возьми, где-то щелкнешь. Сделать с собачками, держи. Может, он не осел еще. Посмотри, там объектив-то у него не засыпало пеплом. Ох, ох, ох. Вот так. Все. О, кинулись. Уже отсегнутые. Лежали. Давай. Вот оно как. Они прыгают. Знают, что нельзя. Там где-то... Ох, как он ловко бежит. Это батюшка этой жужжалка, видите? Ну вот, лебеда. Вот я его возьму в руки. Палец даже показать. Она в палец толщиной. Вот она где. Пойдем, там выберешь момент. Вот тут. Вот теперь можно проехать. Бульдозер тут, чтобы отремонтировали. Барабаши. И видишь как, она узкая трасса-то, ну, ясное дело, что проехать можно. Сгрудить это все, нам нужно там, вот она, видишь, на какой высоте, он, у него гусеница тогда слетела. Главное, тот в воду полез, а тот решил нужду справить. Давай, гнать тихо. О, на утке. Кто? На утке прям стая, штук 10-20, наверное. Они уже там сели. Вот видишь, деревья сколько.
Вода-то поднялась, раза в три больше озера стало. Пруд. Искупался Лера, бы я сейчас сидеть. Здесь. Сидеть. Давай, тебе сейчас. Верный. Глаза. Верный. Как морды крутить. Иди, гуляй. Вперед. Вперед. Остался. А? Вылезти не может. Поплыл. Урагану не вылезти тут. Не вылезти. Мы были такие где-то там на Дону или где каналы. О! Вот они. Тут прорыв был. Видите, какие пломбы ставили. Труда положено неимоверно. Нужно вот, что вот где мы здесь сделали. Пломбу поставили, воду задержали. А яма осталась. Большая яма очень. Бульдозер тут раз 15 завернет. Вот оно где. Видишь как? Тот быстрее плывет-то. Пугает его. Понял, что ему не достанется палки. Ой, ураганчик, да ты еще такой сердитый. Я так дал ты какую-то веточку, это не годится, обман. Вот батюшка дальше не стал ничего делать, он только до сюда. Что зря подскажет тут. Ты что бросил-то? Камушек. Ну камушек они не найдут, ты развращаешь их. А как их еще? Ну он ищет, он же не знает, что камушек-то. Ну пусть поищет. Не, это неплохо. Нельзя это делать. Вот мы пришли. Как мыслим, что весной вода будет еще немножко подниматься. И вот здесь она выйдет. Вот ей сделано 35 метров. Вот он где. Шлюз сделали. Вот он где. Он идет туда. И дальше скрывается. Он дальше видно где докуда. С поворотом. Лопатами вручную все копали. Марина тут была, Христенко. О! Вот бульдозер где ходил. Мы подгородили тут ограду, чтобы никто не скотина, если какая-то будет, не упала. Ну все у меня, однако. Ну-ка, сфотографируй-ка. Вон с той стороны зайди. На фоне этом. Около меня собак посади. Так, сидеть. Рядом. Рядом. Быстренько с той стороны щакни, чтобы озеро было. Рядом. Ураган. Сидеть. Вы скорее. Выдвини его, чтобы озеро видно было. Еще снимок. Верно. Ураган. Ураган, фу! Вот так. Ну все, пошли. Тебя снять? Да можно. А? Можно. Вот мы подъезжаем к первому мостику. Батюшка на втором мостике сегодня должен был с этой жужжалкой все сделать, посмотреть. Но это я решил тоже посмотреть. Как тут? Воды-то меньше стало, кулики, ласточки это. Потихоньку. Вот он какой у нас здесь. Видишь, как выложили камнем. Ядра помогал тут. Вот мы приехали на второй мостик, я решил проверить с Сергеем Павловичем и Пупом. Вот собачек он привез покупать. Как тут дело обстоит? Чтобы вместе вылезли, он отцепляет его, все. Лежат, ждут. Все. Кинем туда, пусть идут. Тут нет ни веток, ничего.
И вот батюшка косил, и сейчас мы должны с дороги убрать все. Подожди, не закрывай, посмотрю на них. Легли, вот они. Это приехали мы к шлюзу, я сейчас подойду, посмотрю. Тут искупались мы, мокренькие стоим, собачки искупались. И здесь мелко, а дальше все сразу крупнее, крупнее, дальше идет на озеро. Так, посмотри, там я еще не забыл. Подъезжай тут боком. Вот сюда вот подъезжай. Что мы тут видели? Это отсюда, видать, деревню. Так, первый мостик, второй. Вот здесь мы работали. Вот оно, как наше дело тут было. Большая тут работа была. Даже очень большая. Вот идем по этому. Вода текла. А вот у нас шлюз. Сколько ему подниматься в воде-то еще? Можно 40 сантиметров. А то и все полметра. Тина, дальше вода не течет. Совершенно не течет. Перекрыли полностью. Даже ни-ни. Уложили камнем. Марина помогала, Христенко здесь. Вот так. Слава Богу. Запись продолжается. Мы находимся на дороге здесь со стороны другой. Где дорогу делали. И вот где мы тут сегодня работали. Где утопили лопату и грабли. Особенно грабли жалко. Подаренные были. И прямо с дамы тут, видать, и храм. Вот так. Все на этом сегодня, 15-е, закончили. Август, аминь.